Не прошло и 20 минут, как в привычных пропагандистских изданиях появились статьи о том, как президент ненавидит наших военных. Критикуешь Пентагон, значит, ненавидишь наших военных. А вот о Джо Байдене никто таких статей не пишет. Байден десятки лет был защитником оборонной индустрии. В 2003 году он был ярым защитником вторжения в Ирак. Некоторые в моей собственной партии говорят, что приход в Ирак вообще был ошибкой. Но бездействие против Саддама, я думаю, обошлось бы нам гораздо дороже. И такую же большую цену мы заплатим, если не доведем эту работу до конца. Итак, при президенте Байдене наша внешняя политика, вероятно, изменится. Вопрос в том, как именно. В мае мы получили какое-то представление об этом от советника Джо Байдена по внешней политике, человека по имени Тони Блинкен. Он заявил, что считает военное присутствие Америки в Сирии, цитирую, «рычагом». Что же касается оставшихся у Соединенных Штатов рычагов для достижения какого-то более положительного результата в Сирии, администрация Трампа, к сожалению, и их в какой-то степени подорвала. Полный вывод войск из Сирии лишил нас существенного рычага. Существенный рычаг. Оказалось, что мы и не ушли из Сирии. На самом деле, сегодня мы узнали, что американских военных в Сирии больше, чем всем нам казалось. По-видимому, Пентагон лгал об этом администрации. Итак, из Сирии мы не уходим, потому что это рычаг. А из Афганистана мы когда-нибудь уйдем? Администрация вроде бы пытается вывести войска в следующем месяце. Получится ли это?